Господа, я заселяюсь в номер. У меня номер, ну, типа какой-то стандартный эконом. Ну, в принципе, так все благопристойно. Вот тапочки мне выдали. Тут такое оформление. Там столик я его зверски заняла ноутбуком и всем-всем-всем. Значит, бутылка воды в день не полагается. Бесплатно. Чайник, чай. Видимо, холодильник. Сейф и шкафчик. Ну, вообще-то я довольна. Самое красивое место это у меня, наверное, туалет. Все блестит, все сверкает. Чистота и красота. Вот, главное, фен есть. Прибамбасы есть, стаканчик есть, мылка есть, ну все. Теперь можно наслаждаться и отдыхать до ужина. И стул есть. То есть я за этим столом смогу работать, сидя на красивом стуле за ноутбуком. Такие дела.